Заразил за то, что 8 лет назад убили своего отца. Нет, нет, это какая-то ошибка. Заткнись, ты все прекрасно понимаешь, а теперь говори. Эй. Так, надо успеть ножом, ножом его. Слушайте, я просто не понимаю, не обязательно меня закрывать, мы можем поговорить. Ну и... Ой, кажется, мы вернулись в прошлое. Ха-ха, Орлики в Би, играем в новую игру, которая называется 12 минут. Суть игры в том, что у меня 12 минут от того, чтобы спасти мою жену от того, чтобы ее не посадили в концлагерь. Слушай, а точно высокое качество? У меня как будто супер низкое, как будто на микроволновке играю. О, так. А, это так работает. То есть мы ходим на мышку, целить интерактивные объекты, чтобы использовать их. Так, дверь закрыта, дверь закрыта. Входная дверь. А слушай, а я хочу в другую дверь постучать, что будет? Где, захочешь ли кто-нибудь снять эту квартиру? Мне пора идти в свою. То есть это тоже твоя квартира, раз ее кто-то хочет снять? Ой, ребенка разбудили. Ой, сосед, простите. Что-то классное начало. Заперто. Черт, забыл свои ключи. Надеюсь, запасные все еще в цветочном горшке. Так, раз, посмотрим растения. Так, не настоящий камень. Переместите. А как нам поможет камень? Для чего мне нужен камень? А, в камне были скрыты. А тут есть что-то еще? А, нет, нету. Ну, давай. Так, как я понимаю, берешь вот так объект. Ох, где от входной двери? Так, ну, да-да-да. Я взял же ключи, их перетаскивать, понял. Ну, клавишами я играть не буду. Нафига мне клавиши, если я могу играть мышкой? Время пошло. Hey, babe. I'm home. Эй, детка, я дома. Люблю тебя. Oh. А, я выйду через минутку. А, у меня глаз чешется. Ой, минутка прошла быстро. Приветик. Не слышал, как ты пришел. Это самый лучший вечер. Угадай, кто готовит десерт. Дай знать, когда будешь готов. А чё, а я не готов? Анимации дерганые немножко. Вот это единственное, что я скажу. Дерганые, серьезно. Давайте все осмотрим. Это наш первый раз. Он, как я понял, не последний. Ложка. Можно, а интересно, может быть драться ложкой, как Джон Вик? Так, можно взять с собой кружку? Зачем-то? А обеденный стол. Это обеденный стол? По-моему, это не обеденный стол. Ну да ладно. Так, проверим эту дверь. Я-то знаю, я сюжет игры читал. Скажите, что самое время приступать к десерту. Так, я должен насладиться этим десертом. Секундочку, ладно? Тут нож, кстати, в раковине. Так, надо его забрать. Слушай, а то вдруг жена больная. Ну что, занута? Вдруг она захочет меня зарезать. Ну, мало ли кто же знает. Но у меня появилось странное желание взять нож и попытаться... Я не знаю, зачем, но я положу нож в унитаз. Были все ближе. О, это же наша песня. Давайте поговорим с женой. Так, сказать ей, что стол накрыт. Давайте попробуем. Хорошо, стол накрыт. Понимаешь, ты будешь есть руками, словно пещерный человек? Они могли ее не проиграть. Книга? Сейчас 2021 год. Так, накрыть на стол. Тарелка. Еще тарелка. Я сразу поставлю вот так. Может быть, можно сразу два предмета. А, не, нельзя. Давайте так, кроем на стол. Я тут поставлю. Если что, у меня нож. Я из полиции. Поверните спиной. Что? Я? Да, вы, руки за спину, идемте. А что происходит? Ну-ка, не дергайся. Эй, мне больно, сэр. Сэр. Так, теперь ты, руки за спину. Не двигайся. Ты поможешь мне? Что-то он нас вяжет. Что, как это вообще? Я не знаю, чего от меня. Это все ошибка. Малыш, скажи ему, что это... У меня нож есть, я не зря подобрал. Это какое-то недоразумение. Зарезал за то, что 8 лет назад убили своего отца. Нет, нет, это какая-то ошибка. Заткнись, ты все прекрасно понимаешь, а теперь говори. Эй. Так, надо успеть ножом, ножом его. Слушайте, я просто не понимаю, не обязательно меня закрывать, мы можем поговорить. Ну и... Ой, кажется, мы вернулись в прошлое. Господи, боже. Что? Тут, черт побери, произошло. Так, надо к жене постучаться, может, я заранее смогу к ней зайти.
Ой, опять, блин, это любовь. Не слышал, как ты пришел. Это самый лучший вечер. Угадай, кто готовил десерт. Дай знать, как будешь готов. Разве ты уже это не говорил? То есть он помнит, он понимает, что во время немножко прыгнул. Я не знаю. Что, но... Нет, я просто... Как это возможно? Ну да, ситуация немножко, конечно, необычная. Я еще, кстати, был в шоке, я узнал, что игра в 2019 году начала разрабатываться. И вопрос там, а что 2 года делали? Или, может быть, тогда они сделали просто концепцию игры, а все остальные механики придумали позже. Может, ей заранее воды дать? Может, это что-то поменяет? Like, I haven't figured out how it all works yet, but for example, if I get beat up, I go back to the start of the evening. Так, давайте попробуем с ней поговорить. Вдруг это что-то изменит. Слушай, я знаю, это прозвучит странно, но этот день повторяется. Так, доказать, что день повторяется. А нет, слушай, я пока не разобрался, как это работает. Вот, например, если мне нужно доказать жене, что день повторяется. Я докажу. Что значит, ты забьёшь? Кто тебе забьёт? Это тут мужик, да неважно. То есть я понял, нужно доказать, что день повторяется. Просто привожу пример. Ну, сладкое предвкушение. Теперь я совсем спокойно. Нет, классный пример привёл, ещё я хочу сказать. Что-то в качестве выбрать. Так, посмотрим. Так, входная дверь. Ну я же хочу увидеть чудо. Блин, а как ей чудо показать? А что я себя заранее выйду? Что за... Какого? Привет, детка. Что за черт? Да вы шутите? То есть мужик осознает, что время, кстати, ну такое вот. Так, а что если я... Слушай, а что если я заранее спрячусь? Типа она там моется? Да. Даже почему кто-то из нас не пострадал. О, она меня находит всегда. Кстати, вот это выключатель, его нужно... И вот мы про выключатели можем сказать, например. Ты угостил десерт, я знаю. Прости, спасибо. Звучит здорово. Секундочку. Ладно, это было грубо. Так, так рассказать я полисмен. Давайте про прошлое ее спросим. То есть, почему ее вяжет полисмен? Спросить, как умер ее отец. Эй, а как умер твой отец? Ну и тему для разговора ты выбрал. У него случился сердечный приступ. Это было ужасно. Так, спросить, убивала ли она своего отца? Давайте спросим. Ты убил своего отца? Что, прости? Нет, хотя вопрос забавный. Даже смешное. Спросите еще раз, убивала ли она своего отца? Я настаиваю на ответе на этот вопрос. Ты убивала своего отца? Что за чушь ты несешь, блядь? Она сказала фак. Это какая-то головоломка? Я не играю. Так, спросите еще раз. Не, ну скажи мне, ты убивала? Да ну нет же, это не смешно. Ты меня пугаешь. Да черт с того, что с тобой не так, блядь? Хватит с меня этого. Если у тебя остались вопросы, расспроси кого-нибудь другого. Так, не, не... Детка, такой кретин временами. Так, небо чистое, несколько туч плотным фронтом бежают с востока, хотя они еще далеко. Так, а что это, кстати, за звонок был? Это... А где она? Я не понял, она ушла? Постой, она ушла? Прошу прощения, мэм. Что? Давайте зайдем в квартиру. Я из полиции. О, ладно. Так, то есть она не может сбежать из хаты, ее полисмен спасет сразу. Я спрячусь. Спасибо. Что происходит? У меня тут ордер на арест. Будет проще, если мы договоримся по-хорошему. Ну-ка, не дергаться. Жалко, мы подсмотреть не можем. Я пойду с вами! Давайте зарежем, вот сзади подойдем. Так, что происходит? Не двигаться. А, теперь вы, руки за спину. Это Хитман? Слушай, это какой-то Хитман. Я не знаю о чем, это все ошибка. Но он вяжет меня примерно в одном и том же месте всегда. Ветер всегда здесь, в этой части комнаты. Так, нужно развязаться быстро. И давайте попробуем, я же попробую на него напасть с ножом. С ножом напасть на него. Я знаю, наверное, типичный ютубер должен был кричать: «Эй, мужик, чё ты на меня напал, мужик?» Я просто более рациональный человек, я как бы смотрю на вас рационально и ухожу немного в себя. Так, где ситуация? Так, слушай, а мне надо...
Так, слушай, надо успеть. Надо успеть нейтрализовать его ножом. Давай. А, сука. Кстати, а чего это? Что это за чернота? Я не понял. А, блядь. Блядь. Что? Ладно. Так, ну ссориться значит без толку, так что давайте сразу, давайте попробуем кексики эти достать и попробуй с ней провести время. Давайте, мне кажется, вариантов действия очень много. О, эй, отстань от меня, я занят, я тут стол сервирую, отвали. Так, лучшая ночь, угадай, кто десерт готовил, ладно. Ну тут то же самое каждый раз. Каждый раз. И демоны из глаз. Так, ну давай, тарелка я беру. Тарелка тоже беру. Ну тут больше нет. О, фотография. Я хотел, зачем вам фотография? Канун Нового года, 8 лет назад. Ее сфотографировали. Так, слушай, а что если ей фотку эту сунуть? Может, что-то скажет? Ну, мне интересно, вот я не знаю. Hey, эй, look at this. Взгляни сюда. Wow. Ого, это было 8 лет назад. Я такая... Кстати, у меня еще идея. Помню, вот с этим полисменом, что можно придумать? Что можно придумать? А может быть, мы его как бы это огреем? То есть, может, подойдем сзади как-то, просто там его не видно, я не могу заранее активировать у него нож. То есть, может, когда он ее будет уводить, как-то из-за спины к нему подойти и зарезать его? Или это нельзя сделать? Вот у меня пока такая фантазия. Я такая молоденькая. Это лучшая завязка разговора в моей жизни. Слова из тебя просто рекой текли, струились как жалкий ручеек. Нет, впечатление было обратное. Струились как дорогой шелк. Но пока что этот первый раз, он, скажем так, пробный. Нож я подберу, потому что, знаете, полезная вещь. А давайте попробуем все-таки с ней устроить романтику, ребят. Тут я не знаю, может быть, мы что-то узнаем из диалога с ней. То есть, если мы не просто будем возвращаться раз за разом. Причем, я не знаю, может, время игры ограничено, просто черт его знает. Так, давайте ее уже за стол рассказать, расспросить об ее прошлом, спросить, как умер ее отец, но это мы уже измучили, так сказать, до конца. Спросить, почему она солгала о своем прошлом. Не, ну это все интересно, я бы, так, рассказать ей о том, что все повторяется заново, рассказать о полицейском. Мне кажется, еще из вариантов, то самое логичное, это убедить ее в том, что мы знаем будущее, это раз, это САС. То есть нужно, чтобы мы должны про будущее ей сказать, так, и что еще? Она поверит, и мы таким образом сможем, возможно, огреть полицейского и избежать. Потому что, возможно, это не полицейский, а хитман. Так, рассказать о полицейском, рассказать о прошлом. Давайте скажем, что стол накрыт. Okay, давайте попробуем по-хорошему. Ладно, давай сядем. Просто, может, мы еще поговорим, еще темы будут. Секундочку, а что секундочку? Зачем тянуть? Где скоро? Да, скоро полиция нагрянет. Мы можем... Эй, алло, пусти. Ой, но этот починить, пока кто-нибудь не пострадал. Не мог ты чуть-чуть отодвинуться? Нет, не мог, не мог. А что если я буду стоять? Что если я просто застряну? Малыш, ты мне мешаешь. Слушай, не, ну а что если я буду стоять дальше? Вообще графика очень классная. То есть действительно, именно вот именно рисовка как бы. Ладно, я просто я устал топтаться. А что-то взяла. Слушай, а что-то что-то взяла. Может быть, нам нужно залезть в этот ящик до того, как она сюда залезла. Просто видите, что-то тут, она что-то достала отсюда. То есть, если мы найдем, начнем цикл заново, нужно будет туда заглянуть. Обязательно. Так, а зачем? Там воду сели. Ты время тратишь, давай! Полиция скоро придет! Давай на танец. Не хочешь потанцевать? Ты танцуешь? Ага. Вау. Ой, я имею в виду, что если бы играла музыка, то мне бы не обдалось уговорить. Так. Я горячий мексиканец. Выходи со мной на танец. А если так? Так, а если так? Давай еще, давай танец. Хочешь потанцевать? Звучит заманчиво. После десерта. Так, а причина? По какому случаю? Расскажу тебе за десерт. Так давай, садись, блин, за десерт! Просто меня это бесить начинает, что сейчас полиция приедет, а она там воду себе наливает. Возможно, возможно, мы бы смогли лайфхакнуть ситуацию, если бы налили воду заранее. Вот, возможно, нужно заранее поставить кружки с водой. Спасибо, что помог с тарелками.
Блин, такая музыка странная. О, она, кажется, хочет пофлексить. Ну, мне так кажется, у меня впечатление такое. Мне кажется, она хочет флексануть. Ну, давай, танцуй! Что за спешка, мистер Неугомонный? Сначала попробуй десерт. Слушай, а мне кажется, меня отравят сейчас, я вот сдохну. Так, окей, я сажусь за стул. Ой, кажется, я слушаю полицию. Возможно, заранее можно все это сделать, чтобы ускорить процесс и договорить ей на какие-то темы. Вот у меня такое ощущение сейчас. Это наша песня. Они не могли ее не сыграть. Так, расскажите о том, что повторяется заново, расспросите о прошлом. Так, мы не успеем, там полиция. Так, мы киши. Быстрее, ешь быстрее. А нож с нами? А, я не помню, нож я взял. Может пригодится. Я попробую уйти на этот раз, чтобы хоть что-то новое. То случай, когда это не только десерт. У меня для тебя кое-что есть. Десерт и подарок, что раз, мой день рождения сегодня. Надо узнать, что там в ящике было. О, сука. Так, подарок, нужно успеть, это полиция. Так, я посмотрю. Так, подарок, берем подарок. Так, нам нужно успеть, поэтому... Надо еще попробовать самому дверь открыть. Есть полиция, так. Она беременна. Детская одежда. Я понял. И с именем моей матери. Комбинезон с именем моей матери. Так, не будем высовываться. Что происходит? Не двигайся, блядь. Помогите. Так, а давайте сразу, я сразу атакую. Получилось! Я не понял, он бессмертный! Да ну его к черту! Он бессмертный, что ли? Вот же незадача! Полицейский бессмертный! Ты его ножом пыряешь, а он такой типа... Он такой... Нормально. Так, быстрее, быстрее, быстрее! Время ограничено! Подарок. Все, мы взяли. Подарок взят. Мы сможем спросить ее про подарок. Не слышу, как ты пришел. Самый лучший вечер. Дай, кто готовил десерт. Да знать, когда будешь готов. Я уже готов. Почему он здесь? Ты рылся в моем ящике? Ты знаешь, что меня бесит, когда роешься в моих вещах? Такой сюрприз испортил. Комбинезон с именем моей матери. Так, хорошо. Давайте ее, давайте с ней попытаемся поговорить. Я, конечно, не в духе, но тем не менее. Попробуем. Давайте я попробую все. Так, подбираем кружки. Мы попробуем поговорить на все темы. Ну, вдруг получится что-то. Так, спросите Батсе, рассказать о том, что все повторяется заново. Ну, это вряд ли нам поможет. Так, скажите, что самое время вступить в дело, пригласить ее на танец. Так, а почему мы не можем про комбинезон детский спросить? Это очень странно. Давайте про прошлое. Ты мне лгал все это время. Что? О своем прошлом, о своем отце. Что? Я не знаю, о чем ты. Так, упомянуть об убийстве ее отца. А как твоего отца убили? Чего? Кретин, мой отец умер от сердечного приступа. От сердечного приступа 28 ударов ножом? От такого? Так, другие темы. Скажите, что там время приступить к десерту, пригласить ее. Будет очень забавно танец ее пригласить. Скажите, что знаешь о том, что произошло. Я знаю правду. Правду о часах, твой отец. Что за обвинение? Давай прекратим этот разговор. Не-не-не-не-не, слушай, я добьюсь своего, я сегодня злой. Слушай, я сегодня горячий мексиканец. Расспросите о прошлом. Спросите, как ее отец умер. Ну так, тут все темы. Рассказать о полицейском. Через пару минут полицейский постучит в дверь. О чем ты? Так, ты можешь идти из квартиры и сказать, что полицейский обвиняет ее в убийстве. Полицейский хочет предъявить обвинение в убийстве отца. Что? Мой отец умер от сердечного приступа. Ты говоришь как псих. Так, простите ее не открывать дверь. Давайте попробуем, я просто, что получится. Прошу не открывать дверь. Да ладно, это может быть то угодно. Так, настоящий, чтобы она не открывала дверь. Я мужчина в доме, я приказываю!
Я мужчина, мизогон и сексист, или как это называется у феминисток. Короче, я мужчина-зверь. Ничего не разрешаю своей женщине. Моя женщина рабыня. Нет, я осуждаю на самом деле это все, ребят. Я за... Как вам сказать? Я за то, что все было правильно и по красоте, за равные права. Нет, я абсолютно серьезно говорю. Я за равенство, за все вот это. Многие в это не верят, но я считаю, что так может. Так, я посетил белую комнату, но стоять, чтобы она не открывала дверь. Это нет, я... Серьезно, прошу, не открывай дверь, это важно. Малыш, это не смешно. Так, нет, я настаиваю. Не открывай дверь, просто верь мне. Ладно, не буду. Ой, спасибо. Так, а ты можешь уйти из квартиры? Это очень забавно, не открывай дверь, да уйди. А ты можешь уйти из квартиры? Ты шутишь, я только все приготовил для сегодняшнего вечера. Он причинит нам вред. Тебе нужно уйти. Не одна? И ты со мной не собираешься? Я не могу. Все сложно. Если нужно побыть одному, мог бы так сказать. Так настаивать на том, что нужно уйти из квартиры. Не, настаивать не будем, потому что, ну, смысла нет. Он ее... А мы уже знаем, она встретит его в лифте. То есть, причем встретит, помните, в тот раз, когда она сбежала из квартиры, когда мы ее донимали вопросами про убийство отца, все равно мы встретились раньше. Нож, кстати, не просто так лежит. Я уверен, нож сыграет роль. Про прошлое мы не можем. Про полицейского, ну, тоже не так рассказать о том, что заново все повторяется. Я застрял во временной петле. Значит, есть какой-то полицейский, теперь еще временная петля. О, диалог поменялся, интересно. Да, да! Боже! Так, доказайте, что день повторяется. Спасибо. Это все мы, ну, это мы, вот только единственное общество. Так, сказать, что самое... И в этот момент мы такие... Давай потанцуем, либо к десерту приступим. Так, давайте так поговорим с ней. Ты угадал, что в день тоже день повторяется. Ох, опять ты за свое. Так, доказать. Я докажу. Ну, здорово, давай посмотрим. Удиви меня. Так, выбери что-то в качестве доказательства. Посмотрим. Так, сейчас. Допустим. Так, выключатель. Да, давай, я хочу увидеть, как все работает. Выключатель спальни. Там с проводкой совсем плохо. Кто-то из нас может серьезно пострадать. Да, уже это не шутки. Ее правда пора починить. Так, какие еще есть идеи? Посмотрим. Так, попробуем. Стакан с водой. Так, давай налью кружку и поставлю ей. Я хз, как это поможет? Ого, да ты хочешь пить? Серьезно? Это все, что хотел сказать. Окей, да, это не поможет. Что насчет ножа? А что там? Так, думаю, ничего. Ладно, мило поболтали. Так, посмотрим. Обеденный стол. Нет, серьезно, у нас нет ответа. Слушай, а я не знаю, как ей доказать. Давай детскую одежду ей сунем. Детская одежда. Да, я не думаю, что это доказывает то, что ты пытаешься доказать. Это доказывает, что ты украл подарок и открыл его. Как-то мило, дорогой. Уже постарался. Так, окно. Через пару мгновений мы услышим гром. Да, вы также слышишь, что надвигается буря. Ну это тоже ничего не доказывает. Блин, а как доказать гром во время дождя? Что еще они напридумывают? Посмотрим. Серьезно, я, кстати, мы... Блин. Убраться в шкафу. Ну? О, я могу в шкафу спрятаться. Одежда. Телефон. О, твой телефон. А что там? Я точно не знаю. Класс. Посмотрим. Так, ладно, давай закроем тему, я спрячу в шкафу. Так, выбросить что-то в качестве сдаться. А, знаешь, забудь. Отлично. Я просто, я серьезно не знаю, что делать. А давайте картину порежем. Так, постой, я открою. Это полиция, открывайте. Это он? Это полиция. У меня ордер на ваш арест. Что происходит? На пол, сейчас же. Что это? Так, опять, слушай, опять эта ситуация. А давайте попробуем ничего не делать. А, она заперлась. Слушай. Да, получилось. Так, это наш шанс. Он сейчас будет ломиться, а мы такие со спины. Мэм, выходите. Я просто хочу поговорить. Да, быстрее. Это наш шанс, кстати. Зарезать полицейского в спину. Ах ты, сучий сын. Все он видел. Все-то он видел. А что если его кружкой двинуть?
Плохой вариант. Нос. Ублюдок. Так, а что если я спрячусь? Ой, слушай, я придумал, я в шкафу спрячусь. Мы, кстати, не видим, что на телефоне. Так, давай спрячемся. Приветик. Нет, не пали. Да. Не слышал, как ты пришел. Тебя не смущает, что я в шкафу? Тебя не смущает, что я в шкафу нахожусь? Обязательно я в шкафу сижу. То есть ей вообще норда, я телефон хочу взять. Так. Отправите, любимый, я выхожу с работы, прости. Я только что пришел, детка, рвота, это, конечно, плохо, но тебя даже тошнит сексуально. У-у-у, привет, солнышко. Я опять забыл ключи, знаю, как сам дурак. Может, сделаешь запасной копию и спрячешь где-нибудь у входа? Что-нибудь пропало, мне кажется, квартира выглядит так же, как и раньше. Вот последнее сообщение странное. Так, о, давайте позвоним по этому номеру. Что если я позвоню сам себе? Hey, I can't come to the phone right now. Привет, сейчас я могу подойти к телефону, оставь сообщение после гудка. И с толку. Так, не, ну а слушай, а в чем смысл? То есть мы потенциально можем позвонить свой. А зачем? Давай 911 позвоним. Служба спасения. Так рассказать о полицейском, каждый день повторяется, рассказать им, что жена убийца. Рассказать им о полицейском. В мою квартиру кто-то ломится, он вооружен. Хочет убить меня и мою жену. Мы славим патруль, спрячьтесь в безопасном месте. Я не ждал, что вечером. Они приедут через 15 минут. 15 минут, мы не можем ждать 15 минут. Сэр, полицейский пытается пробить как можно скорее. Найдите безопасное место. О, давайте попробуем, вот она спрячется. Давайте мы... А давайте попробуем вот такую ситуацию. Она прячется в ванной, я в шкафу, и мы все счастливы. Я, у меня... А у меня нож будет. А, но дверь открою также я. Все, я сейчас убежу, и мы перейдем к ситуации. Я вот хрен нашел вентиляцию, но я хз, что с ней делать. А, слушай, в нее телефон, может, можно спрятать, чтобы его привлечь, полицейского. Так, а что если... Да. Угу. А за ее запломбировать. Так, у нас... А где мой телефон? Кровать, то есть я могу лечь спать. А что будет, если... Is that him? Это он? Так я иду. What does he want? Что ему нужно? Police. Это полиция. У меня орден нашел. Кто вы? Ага, я в курсе. You в курсе? Я в курсе. Вызываю на пол. Hey, что вы делаете? Так, давайте попробуем сейчас ситуацию. Посмотри на меня. Что происходит? Беги, жена, беги! Почему она не бежит, а тупая? Вы не можете так поступить. Мэм, арестован, руки за голову. Отпустите его. Так. Так, слушайте, это... Давайте попробуем. Найти бы второй телефон, только его нет. Помогите. Помогите же мне. Ой. Да блин, чё? Почему все по-другому? А? Да. Орлы, ладно, давайте здесь остановимся. Я решил сделать такую короткую пробную серию по этой игре. Может быть, на стриме ее попроходим. Я, наверное, попробую с гайдом, чтобы было поинтереснее, чтобы знать, что делать. Но мы нашли телефон, мы нашли, слушай, тут много интересных вариантов, мне кажется, которые можно попробовать. Я надеюсь, что игра, да, игра бесконечная. То есть я просто думал, вдруг там определенное количество рестартов наберется и...
и все заново, но с другой стороны, какая разница, заново, не заново, все равно все заново. Орлики вбей, пишите вам, как игра, очень необычная, странно, мне нравится. Я аж погрузился, поэтому особо ничего не говорил, но с другой стороны, возможно, мне стоит меньше говорить видео и больше погружаться в игры. Орлики вбей и... Всем пока, до следующей серии. Следующая серия будет, ну, скоро, они будут затягивать. Стараюсь вот все новинки более-менее как-то щупать, трогать. Может быть, на стриме что-то попробуем сделать. Я посмотрю пока, потому что, мне кажется, игра была бы хороша на стриме. Ну, да ладно, узнаем. Всем пока.